аквариумный нагреватель с терморегулятором на 200 ватт, соответственно, для аквариумов до 200 литров. Фирма Сансан, модель JRB200. Нагреватель с шкалой температуры от 13 до 33 градусов. Но помните, что если у вас температура 20, до 13 он не охладит, он только нагревает. Датчик работы, то есть когда он включается, светодиод работает. Защита нижней части, пластиковая такая заглушка. Хорошие большие присоски, мягкие, удобные, я думаю, будут хорошо клеить. Вообще фирма Сансан делает хорошие качественные товары, поэтому это не исключение. Провод длиной около 2 метров, поэтому хватит для любого аквариума.